На холме над Будванской ривьерой есть аутентичная деревушка под Бабац, по-русски это подкаблучник. Там в основном руины, есть парочка жилых новых домов и интересное лобное место. Вот этот круг, это еще с австрийских времен, 19 век. Вид на Стефан шикарный. Это бич Чарафаиловича, вдалеке Будва. Класс. Какие руины красивые. Ну, возможно, ну, мне кажется, очень давно они их сюда навезли. Нет, смотри, если они стоят, может, они что-то и будут делать какую-то. Вот почему у них, они же высокие, почему такие низкие потолки, а? Нет, это ласточки, это ласточки. Нет, они там гнездо у них. А, ласточка летает. Аккуратно, Кашей. Смотрите. Ну, по... такие, можно, Каша, да, улететь, такие. Лесенки. Офигеть. Ну, сберкнижка, короче. Прикиньте, это сберкнижка. Я думаю, что это... Нашла журнал. Честно, не знаю, какого года. Югославский, конечно. Смотрите. Мода какая вообще. Какой сундук, просто бомба. Из любого похода нужно трофеи забирать. Смотрите, какие шикарные. Вообще все, что вот... Еще бы он был полный, знаешь, этот бутыль. Цены бы ему не было. В гости нас позвала Света Кауль, фотограф, живущая в этой деревне под Бабац. Она показала свои местечки для фотосетов и провела экскурсию по деревне. Землетрясение 1979 года сильно изменило облик Черногории. Эта деревня стала вымирать, люди уезжали из этих руин. Ну а сегодня живет здесь 4 человека официально. Внизу под видео увидите геолокацию на деревню и также ссылку на фотографа Светлану.